Ну сделай что-нибудь, Игорь. Мои травы тут не помогут. Оливер. Оливер. Сейчас уже поздно обрабатывать рану. Видимо, началось заражение. Может, ему в рот водки налить? Похоже, он обеими ногами на том свете. И ручкой нам оттуда... Заткни пасть, Миша. Ну... Ты понимаешь, что происходит, профессор? Все будет хорошо, Оливер. Ты же бывалый солдат. Тебе... Нужно позаботиться о дочке Антона. Конечно, как скажешь. Я позаб... Спасибо. Прости. Не сдавайся, Игорь. Не отступай, не... Прости, Оливер. Это уже не важно. Просто... Не буду врать, что мы были друзьями. Он меня... Пусть великий крысолов на небесах пожалует ему место. Как ты уже сказал, Игорь, несмотря на свои недостатки, Оливер был достойным человеком. Подумать только! Не думал, что наш боец уйдет первым. Жизнь Оливера была непрерывной борьбой с другими и с собой. С демонами, которых каждый... И он боролся без устали. Но в жизни каждого воина... Я хочу вам зачитать цитату из Шекспира. О нас, о горсточке счастливцев. Хочу, чтобы ты... Я весь внимание. Как ты знаешь, я приехал в Чернобыль, чтобы... Ты упоминал брата? Да, Руслана. Мы росли вместе в Москве. Вы были вроде как... Это называется воры в законе. Но тебе... И что Руслан здесь делает? Он маму бил, когда бухал. А бухал он всегда. Последний раз, когда он напился. Он замахнулся на меня. Я больше не был беспомощным сопляком. Мы схватили его и бросили в колодец за домом. Этот ублюдок даже не умер. То, что он бил вашу мать, ужасно. Но он все-таки твой отец. Я не из тех, кто прощает. Ладно. И чего ты от меня хочешь? Руслан сделал кое-что, чего делать не следовало. А после приехал, я его несколько месяцев выслеживал. Охренеть. А это сейчас не важно. Короче, я... А мне охренеть как надо задать им... Обыщи мобильный командный центр Нарвус. Там есть офицерская форма. И пока будешь там, поищи сведения о... Конечно. Я знал, что могу положить. На всякий случай оставайся на... Договорились. Козлов. Мало кого так ненавидят в зоне. Он безжалостен, но на мыслителя не похож. Несмотря на интеллигентный вид, он просто бешеный пес, которого Нар спустила с цепи. И все же ты можешь узнать у него много полезного. Возможно, он твой пропуск внутрь станции.
Плохие новости, Игорь. Что случилось? Козлов собирается покинуть базу НАР. Удачно он выбрал время, скажи. Не то слово. Значит, план меняется? Иди в отель Полесье, верхний этаж. Там отличная позиция, хороший обзор. Сможешь легко выследить Козлова. Хорошая идея. Отлично. Так и будем действовать. Это приблизит нас к свершению Крысиного Короля. Ты чокнутый старый хрыч, таракан. Но ты мне по душе, потому что любишь баламутить воду. Работать с тобой одно удовольствие. Может, ты далек от просветления, Сашко. Но зато сердце у тебя на месте. Сейчас бы кофе бахнуть, конечно. И лучше всего с бренди. Попадутся бешеные собаки. Всегда хотел собаку пристрелить.
Я на верхнем этаже. Нашел здесь бинокль. Отлично! Удача сопутствует храбрым мышатам. Вижу его, генерал Козлов собственной персоной. Главная крыса. А теперь слушай внимательно, мышонок. Ему нора в здании справа от тебя, на верхнем этаже. Пора действовать. Соберись с духом и вперед, мышонок! Мне бы помощь не помешала. Что-то... Что отвлечет их внимание? Да. Выманить остальных хищников подальше. Хорошая мысль. Используй генератор, чтобы запустить колесо обозрения. И они слетятся к нему, как мотыльки. Как мотыльки? На минуту-другую это, может, их и отвлечет. Есть идея получше. А то. Надо наоборот. Отключить генератор. Это их ослепит. И ты сможешь без проблем пробраться мимо охраны прямо к цели. Один обход и все. Отличненько.
Ладно, я у генератора. Что происходит? Даже не пытайтесь, генерал. Вы не успеете дотянуться до оружия. Эта беседа пойдет не так, как вы себе представляли. Серьезно? А я думал, вы цивилизованный человек, интеллигент, ученый. Я ошибался? Неважно. Мои люди уже окружили здание. Вы в ловушке. Любопытно посмотреть, как вы выкрутитесь из этой ситуации. Да ладно! Он просто пытается выкрутиться. Убей его сейчас же! Не дай заморочить себе мозги! Прошу прощения, генерал. Обычно я так не поступаю, но вы не оставляете мне выбора. Стойте! Вы совершаете огромную ошибку! Я могу о многом рассказать, сообщить полезные сведения. Лживый ублюдок! Заканчивай с ним! Вы хотите узнать о Татьяне, так? Тогда я тот, кто вам нужен. Давайте поговорим. Ладно. Считайте, что я купился. Надеюсь, у вас действительно есть все ответы. Вы рассчитывали меня впечатлить? Я видел такие раньше. Не усугубляйте свое положение. Шевелитесь. Значит, вот так это выглядит изнутри. Удивлены? Выходит, не такой уж вы всезнающий. Ну, скажем так, базы террористов не моя специализация. Но я знаю все, что мне нужно. Это что, семейный совет? Очень жаль. Я думал, мы поговорим как мужчина с мужчиной, профессор Хименюк. Что за нахер? Зачем ты притащил сюда этого урода? Ты должен был наказать его за то, что он натворил, и оставить его труп в наседании остальным. Мой дорогой друг, полагаю, ты ждешь, что я тебя узнаю и извинюсь за то, что сделал. К сожалению, вынужден тебя разочаровать. Я понятия не имею, кто ты, и мне совершенно плевать. Мне все это не нравится. Давай покончим с этим, и побыстрее. Вы бы поосторожнее с ней, Хименюк. Обычно женщины кровожаднее мужчин. Видал я таких, как она в... Хотя это не важно. Как поживаешь, старик? Все гоняешься за своими призраками? Удалось найти этого сказочного крысиного короля? Зря ты не остался в больнице. Там хотя бы хорошо кормили. Сашко Горобец, уважаю твое мастерство, но вряд ли смогу тебе помочь. Или твоему брату. Ну это мы еще посмотрим. Все, с приветствиями закончили. Тогда к делу. Вы кажетесь самым здравомыслящим в этой банде неудачников.
Я надеялся, что мы сможем побеседовать как цивилизованные люди. Я знаю, что вы делаете. Это не очень умно, не оригинально и определенно не сработает. И что же я делаю? Я всего лишь профессионал, который оказался по другую сторону от вас. Я выполняю свою работу. У меня есть племянник, и я очень по нему соскучился. Так что вперед, задавайте свои вопросы. Когда вы закончите, уверен, мы придем к какому-нибудь соглашению. Твой племянник. Расскажи мне о нем. Ему 10 лет. Он из Магнитогорска, как и его отец, как и я сам. Я в жизни не встречал таких сообразительных мальчишек. Ни на секунду не поверю, что вы способны причинить ему вред. Это на вас не похоже, профессор. К тому же вы не знаете, где он сейчас. Не думайте, что знаете меня, Козлов. Это не так. На самом деле меня интересует только одно. Где Татьяна? Тот самый призрак, за которым вы гонитесь? Красивый сон? Я не знаю, что сказать. Вы начальник службы безопасности. Неужели у вас нет доступа ко всему, что происходит на АЭС? Профессор Хименюк, послушайте меня. Я здесь ради денег. Хочу выйти на пенсию в приятном местечке и отправить племянника в университет Лиги Плюща. Я не интересуюсь ничем, что не касается напрямую моих людей и моей работы. Если вы не скажете мне, клянусь, я... Я не могу сказать то, чего не знаю, профессор. Семенов главный по этой части. Разговаривайте с ним, если хотите узнать про эксперименты или про барышню эту, Татьяну. Как мне попасть на станцию? Вы ставите меня в неловкое положение. Хотите, чтобы я выдал информацию, которая приведет к потерям среди моих людей и сотрудников из гражданских? И вам хватает наглости говорить о потерях среди гражданских? Не могу поверить, что вы решили разыграть эту карту. Повторяю вопрос. Назовите пароль и отзыв для входа на станцию. Не глупите! Вам с вашей бандой бродяг никогда не выбраться со станции живыми. Мне плевать. Вы знаете, где мы сейчас? Нет, я не представляю, что это за место. Давайте пропустим игру в угадайку, и вы просто мне объясните. Сейчас мы в туннеле между двумя сингулярностями. Такой маленькой черной дыре. Этот туннель позволяет срезать путь во времени и пространстве. Потрясающе, правда? Но чтобы им воспользоваться, надо знать, как войти и как выйти. А, я понимаю, к чему вы ведете. Уверены? Мне даже не нужно вас убивать. Я могу просто оставить вас здесь. Но не рассчитывайте на скорую смерть. Растяжение времени этого не допустит. Вы никогда не увидите племянника. Но, может, я выпущу вас перед его похоронами, когда он умрет от старости. Вижу, жестокость ваших сообщников передалась его. Что ж, хорошо. Теперь вы готовы сотрудничать? Если обманете, я вернусь за вами, и одними разговорами дело не кончится. Пароль «Мы укротили бурю», отзыв «И оседлали гром». Спасибо. Рад был с вами побеседовать. Вот только что теперь с вами делать? Оставлять его в живых слишком опасно. Мне казалось, с этим мы все согласились. Сначала я хочу задать ему пару вопросов о Руслане. Он мой! Я отправлю его в ад самой долгой дорогой, сволочь! Он всего лишь инструмент в руках крысиного короля. Он сказал все, что мог. Нельзя отпускать на волю эту крысу. Отныне он еще более опасен для нашего дела. Простите, я не могу вас отпустить. Вы совершаете огромную ошибку, профессор. Вы горько о ней пожалеете. Thank you.
Михаил, ты заслужил право отомстить. Спасибо, мой друг. Можешь идти. Дальше я справлюсь, уж поверь. О, боже мой, это, пожалуйста, я этого не заслужил. Но ты ведь сказал, что не узнаешь меня. Посмотрим, смогу ли я освежить твою память. Проклятие, Хименюк! Только не этот психопат, я вас умоляю! Убейте меня, просто убейте меня, умоляю, кто-нибудь! Привет, Игорь. Привет. Исследовать мы жили в Хрусте. Помню. Ага. Ученый каждый поговаривает. Как? Это я все... Ну, это... Не про... Привет, Сашко. Ты же парень опыт. Как жить на кое-чё? Отлично. Научу тебя обходить препятствия и падать на тебя ужасно. Скорее бы по правилам, так и в самом конце. Главное, вперед! Не думай, партнер! Прыгай! Вижу, над толчком еще надо поработать. Двигайся всем телом! Вложи в прыжок силу обеих ног. И оттолкнись от... Представь, что делаешь! Паркур не твоя стихия, да? Постарайся с лестницы не свалиться, ладно? Так умирать, это не по-мужски! Если не перегружать голову, случаются чудеса! Ницше базарил! Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей физиологии! Или философии, или мудрости! Короче, ты понял! Теперь ты всегда будешь приземляться на ноги, как кот. Рад, что ты в хорошей форме. Дольше проживешь.